Почему я не принимаю коллаген и никому не советую? Вообще коллаген – это фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма. Часто коллаген советуют принимать, чтобы укрепить кости, суставы, волосы. Но мало кто знает, что коллаген содержится в белковой пище, которую мы едим. Мясо, курица, индейка, яйца, морепродукты и так далее. Любой белок в нашем организме расщепляется сначала на аминокислоты, а только потом используется на нужды организма. Поэтому не имеет смысла покупать отдельно коллаген за 2000 рублей за банку, надеясь на чудо, исследуя рекламе. А если вы так хотите повысить количество употребляемого вами белка при помощи добавок, то купите лучше протеин. Он дешевле и выполняет функцию того же коллагена. А мой вам совет: добирайте белок из пищи и рационализируйте свое питание. А я вам буду в этом помогать. Подписывайся.